Здравствуйте, уважаемые коллеги. Приветствую вас в своем заключительном репортаже проекта «Поле онлайн» СОИ. Для начала хотел бы вернуться в прошлое, где мы рассказали вам о всех технологических процессах возделывания сои в условиях нашего демонстрационного опыта. Если говорить о нашей сое, то опыт наш был заложен в Искелдинском районе области Жетісу, крестьянское хозяйство Дисюмбинов, на площади 7 гектар. Сорт сои был, в опыте был Жансая. Посев, как вы помните, осуществлялся 7 мая. Сеяли по норме 110 килограмм на гектар трехстрочным способом. Глубина посева была 5 сантиметров. Период вегетации технологии защиты применялся почечный гербицид «Лазурит Ультра» с действующим веществом метробузин 600 грамм на литр, дозировки 0,8 литров на гектар. Расход рабочей жидкости была 300 литров на гектар. Препарат показал высокую эффективность и обеспечил защиту посева в течение более 30 дней. Вторая гербицидная обработка 9 июня. Предусматривали внесение препарата Корсар Супер, Бентазон и Имазамокс в норме 1,6 литров на гектар. Баковая смесь с препаратом Граминьон, Критодим в норме 1 литр на гектар. Данная баковая смесь также показала высокую эффективность в борьбе с однолетними двухдольными и злаковыми сорняками посевов сои в опыте. И вот теперь, когда сезон подошел к завершению, мы рассказать несколько слов об уборке сои в хозяйстве, в том числе с нашего опытного участка. В нашем опыте урожайно составила около 40 центнеров с гектара. При потенциале сорта Жансая 50 центнеров с гектара. Это высокий результат в нашем случае по хозяйству. Урожайно составила в среднем 30 центнеров с гектара. В регионе же средняя урожайность сои варьирует в пределах 20-25 центнеров с гектара. Завершая свой репортаж, хотелось бы отметить, что для обеспечения чистоты посевов сои необходимо проведение двух гербицидных обработок. Препарат Корсар Супер является сравнительно новым продуктом. Он показал хороший результат при соблюдении регламента применения. Он может способствовать раскрытию потенциала сортов сои и получению высоких урожаев. Дорогие друзья, спасибо, что в течение всего проекта «Поле онлайн» оставались с нами, давали обратную связь в виде комментариев, задавали интересные вопросы, тем самым заряжали нас на новые репортажи. И эти новые репортажи будут на новом сезоне, на других культурах, различных хозяйствах и регионах. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе, Инстаграме, Фейсбуке. С нами расти легче, с нами растет страна.